В Центральноафриканской республике за минувшие выходные не менее 11 человек стали жертвами межрелигиозных столкновений. В столице страны солдаты миротворческого контингента были вынуждены открыть огонь по толпе, собиравшейся линчевать мусульманина. От пуль миротворцев погиб по крайней мере один человек. По словам очевидцев, отряды мусульман и бойцы групп христианской самообороны действуют по принципу «око за око». «Ночью он убил 5, а потом пришел и убил нашу сестру. Мы пошли жаловаться, но никто ничего не сделал. А потом он вернулся и начал по нам стрелять, поэтому мы пришли к нему домой и все сожгли». Несколько тысяч миротворцев, 1600 французов и 5000 африканцев пока не могут справиться с волной насилия, захлестнувшей страну. Солдаты ООН стараются разоружать боевиков обеих сторон. У ополченцев изымают и уничтожают не только стрелковое оружие, но и снаряды и мины.